Полиция продолжает расследование погрома в селе Лощиновка Измаильского района. Сейчас правоохранители изучают видео с места событий, где зафиксированы лица участников беспорядков. 28 августа жители села Лощиновка устроили погромы домов цыган. Как заявляют местные, беспорядки стали реакцией на убийство 8-летней девочки одним из представителей нацменьшинств, которого позже задержали и взяли под арест. На всех правонарушениях возбуждено уголовное дело. Ведется расследование, и на всех правонарушениях, которые были совершены на территории, это не имеет значения, кто это совершил, будет в рамках закона расследование. Также местных цыган жители села обвинили в распространении наркотиков. Однако в ходе обысков полицейские ничего не нашли. Мы проверили все информации, которые вы сказали, граждане, при нашей встрече. Мы осмотрели 7 домов, которые находятся в Лощиновке, и такая информация не подтвердилась.